Каникулы в художественной галерее – успешный многолетний проект, который пришелся по душе и взрослым, и детям. Каждый сезон для гостей придумывают новые творческие мастерские на самые разные темы. И это лето не стало исключением. Варенье из одуванчиков, следуй за мечтой, чайный сервиз, вкусная история. Вот такие названия, которые сами говорят за себя. У нас наша программа висит на входе художественной галереи. Можно посмотреть ВКонтакте, в Фейсбуке, распечатать, сделать нам запрос, мы отправим на e-mail. Так что много разных способов получить информацию и быть в курсе. Одна из программ «Большое путешествие» включает в себя создание поделки в технике пластилинографии. С помощью этого материала ребята украшают вырезанного из бумаги слона. Путешествуя по разным странам, мы все-таки решили остановиться на такой тоже яркой, очень сочной, где-то даже веселой стране, как Индия. Там проходит праздник слонов, и мы решили вот как раз творческую мастерскую посвятить этому празднику. Также ребятам предлагают во время украшения своего слоника загадать заветное желание. Многих малышей это вдохновляет приложить все силы, чтобы сделать свою поделку как можно лучше. Мне понравилось украшать слоника и понравилось украшать пластилином. Мне сегодня понравилось делать слонов. Мне понравились слоны, я загадал желание. Мне очень понравилось делать слоников. Мне сегодня понравилось то, что нам сказали, что мы можем загадать желание, пока делаем слоников. И мне самому понравилось, как я сделал своего слоника. Также в рамках программы «Каникулы художественной галереи» с понедельника по пятницу в 14 часов можем посмотреть детские анимационные и художественные фильмы. Это «Пушистый шпион», «Гурвинек. Волшебная игра», «Девочка Мия» и «Белый лев». Телефон для справок 70287. Все мероприятия для лиц старше 6 лет. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.